ушул жол биздин ушул ковид дартына бир даба боло турган жол болуп атат. Акыркы бир жуманын ичинде 20 аш кишиге эксперимент жасадык. Кошунам катуу ооруп аткан 48% поражённый. Аны эме кылдык. Аны алып бардым, уже 15 күндөн бери катуу ооруп аткан. Бүгүн болсо мына акыры бирөөнү сурандык, ошол ооруп аткан. 50% поражённый болуп калыптыр, дуксаронный пневмония болчу. Аныкы бүгүн таптаза чыкты. КТ-дан өтүп келди. Анан ошон үчүн биз силерге жарыялап коёлу деп чечтик. Разговорился с одним таксистом. Он мне рассказал, что его основная деятельность – хиджама. Сказал, что у женщин это происходит естественным путем, поэтому они болеют реже. Мол, это очень важно. Призвал обновлять кровь методом хиджамы. Мужчины, давайте хоть так будем обновлять кровь. Кстати, заметили, что от вируса мужчин погибают больше, чем женщин? Несколько лет назад писал о хиджаме. Все называют себя знатоками. Это очень опасно. Хиджаму нужно делать только в том случае, если в крови нет заразы или вируса. Если следовать правилам, это эффективно. Но лечение коронавируса и пневмонии таким методом – это ошибка и большой риск. Если у вас определили COVID-19, не делайте хиджаму другим и не прибегайте к ней сами. Хиджаму использовали издавна, когда медицина была слаба. Считалось, что она помогает при высоком давлении. Но сейчас можно определить любую болезнь, ее причины и последствия. Каждый случай рассматривается отдельно. Лекарства подбираются индивидуально. Неправильно предлагать хиджаму налево и направо, невзирая на особенности организма. Коронавирус собственно байланыштуу бир аз толуктуурак да десем болушу керек. Себеби бул оору менен вообще бийил биринчи жолу мындай калыштат да жер жүзү жалпы. Анан ар бир методдор менен кандай результат болот муну эч ким айта албайт. Ошон үчүн мындай эксперименталдуу деп эсептелет да. Вирустун өзүнүн белоктору бар. Вирустун өзүнүн баягында биз айткандай эле. Анан ал вируска ал белокторго эч кандай бул хиджаманын таасири жок да. Бир гана өзүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн. Азыр ансыз деле абал оор болуп турганда аны менен бир кандайдыр бир инфекцияга ризик коюшу мүмкүн. Илгери эми баягы азыркыдай гепарин же дагы бир нерсе жок эле да аны кан сууландырат деген пикир бар эле. Аны соматически здоровый деп коет. Физически здоровый киши барып просто для профилактики ошентип алынат да. Ошондо да биз нервдерди бошотуш үчүн.